сейчас мы находимся в городе Запорожье. На данный момент мы находимся в общежитии. Вот Светуля делает нам яички, чистит. Всем привет, говорит. А это я, вот я, привет, да. Так, только что я брал это зеркало и тащил аж вон туда. Для того, чтобы побриться, привести себя в порядок. Потому что там зеркала нету. Сейчас мы позавтракаем, и что мы будем делать? Мы будем идти и устраиваться на работу. Да, этот день настал. Устраиваться на работу. Да, Света? В общем, мне 18 лет, мне будет попроще. А вот Свете 17 лет, ей не будет как-то проще. Могут и не взять. Хотя могут и взять где-то. Должны, в принципе, где-то взять. Посмотрим. Для начала мы сходим в Макдональдс, именно в Мак, да. Посмотрим, после Макдональдса пойдем в Аврору, это в Александровском районе. Посмотрим, может там где-то какой-то продавец-консультант Свету заделаем. В общем, будет видно. Хорошего вам и позитивного дня. Ребят, в общем, есть небольшая просьба, совсем маленькая вот такая. В общем, мы не хотим тут жить в этой общаге. В общем, скиньтесь денежкой нам на съемную квартиру, пожалуйста. Там карта будет в описании, честно. Пожалуйста, скиньтесь, добрые люди, на квартиру, пожалуйста. Потому что нам приходится прятать бублики от тараканов на прищепках. Понимаете? Бублики от тараканов. Всем привет, поближе. В общем, мы уже идем в Макдональдс. Устраиваться на работу, я не знаю, получится. Ну, у Дениса, я думаю, получится. Вот за меня это вопрос, большой вопрос. Потому что мне нет 18, а как я прочитала вчера на сайте, там только с 18 лет, так как законы, в общем, все дела. И меня, возможно, не возьмут. Но мы как-то постараемся это решить. Ну, не знаю, решим это или нет. Очень бы хотелось. В общем, много болтовни, так получается. Короче, пожелайте нам удачи. Да, удачи и серьезности. Потому что мы сейчас идем и ржем. Сейчас, мы думаем, что сейчас придем и нас тупо прогонят, короче. И пойдем домой. Да, еще раз. Все? Угу. В общем, заполняй анкету в устройстве на Макдональдс. Прозвище, имя по батьку. Соломаха Денис Юрьевич. Как сложно. Заполнил анкету и отдал менеджеру. И сказали, все хорошо, позвонит. Я надеюсь, что все будет хорошо. И я устроюсь работать в Мак. А в Свете мы сейчас будем искать работу. Да? Да. Ну, я, в принципе, не рассчитывала на то, что меня возьмут. Да, потому что мы уже заранее знали, что с 18 лет только. Куда идти? Я не знаю, куда идти. Угнал тележку. Просто на секундочку, воробей в Варусе. Мы уже пришли домой. Все печально. Уставшие. Устали очень, да, даже 4 часа мы выходили. С 10 часов утра и сколько сейчас? 2 часа 40 минут. Ну, прилично находились мы, в общем. Да. Обошли пол Запорожья. Сначала мы пошли в Макдональдс. Я оставил заявку, анкету заполнил, я оставил ее. А Свету не взяли, так как ей нет 18 лет. Ну, в принципе, везде меня не взяли, потому что мне нет 18 лет. В общем, мы обходили, наверное, все Запорожье. Боже, какой шикарный снег. Почему мы так рано ушли? В общем, обходили мы все Запорожье, нифига не нашли. У нас был вариант Челентано, но нам надо было туда от учебы. Ну, давай я объясню. Да. Сходили мы в Челентано после Авроры. Там позаполнили анкеты, сказали, что мы идеально подходим, все хорошо, только вот по Свете вопрос, потому что, опять же, нету 18 лет. Я хорошо подхожу, но мне спросили, что с учебой, я говорю, я на дневной учусь, она говорит, ну это, конечно, плохо, но мы же работаем неделя на неделю, то есть за месяц выходит 2 недели, 2 недели работаешь, 3200,
Это с учетом всех там налогов всяких, но не учитывая всяких процентов чаевых. Это меня хотели устроить туда барменом. Я как бы не согласился, так как месяц работать, ну, пока научат, а потом у меня начнется учеба, я не буду, не хочу пропускать учебу и не собираюсь туда устраиваться, в общем. Сейчас единственный вариант, жду МАК, ответ от МАКа. Если ответ от МАКа будет положительный, то мы остаемся тут в Запорожье, я работаю. Если не будет ответа, я пойду в Аврору, в этот, в Смайлик, или как он там называется, вот этот, батуты дети. И, возможно, если там все будет хорошо условия, то там буду работать. Вот так. В общем, устали и будем делать. Да? А вот такая вот красотень, конечно, на камеру очень плохо видно. Ну, вроде как видно, что снег идет, но он не такой пухкий, чепухнастый. Но он не такой, как сказать на русском? Так уже он не такой, у меня еще. Как сказать на русском пухкий? Пухнастый. На русском? Пухнастый? Да. Ладно, если мы не правы, напишите в комментариях, как правильно сказать. Вот такой вот видон. Будем заканчивать этот влог. Надеюсь, мы поделились с вами хорошей информацией. Подведем итог. Если вы несовершеннолетние и хотите найти работу в Запорожье, единственный... то вы ее не найдете. Не найдете. Ну, можете найти. Единственный вариант — это раздавать листовки за 18 гривен в час. Ну, это смотря от какой проект. В общем, чтобы заработать 100 гривен на листовках, вам придется 6 часов на улице, на морозе на этом отходить. Это тоже не вариант, как бы. Так что дела такие не очень, конечно. Не порадовали, в общем, сегодня нас. Ладно, будем заканчивать этот влог. Только всем... снежок радует. Ну да, только снежок радует. Будем заканчивать этот влог, да? Да, будем заканчивать. Все, всем пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Пишите позитивные комментарии. И до скорой встречи. Пока. Пока. I'll be holding you.